посмотрим на малину. Это прошлогодние. Вот сколько здесь ростков. Раз, два, три, четыре, пять, вон еще шесть, семь, восемь. Много. А это вот новые ростки. В июне прищипнули. Пошли. Раз, два и третий. Здесь я уже прищипнула в августе. Здесь и здесь. Почки уже не проснутся. А все питательные вещества пойдут на вызревание вот этих веток, древесины. И малина хорошо подготовится к зиме. Вот так вот прищипываю. Ну, примерно вот так. В августе как раз надо и прищипывать повторно. Ну, здесь тоже пошел один росток, второй, третий и здесь три. Шесть росточков. Малина еще плодоносит. А весной на нее было жалко смотреть. Вот здесь еще надо прищипнуть. Некоторые говорят, что плодоносящие ветки надо обрезать весной. После зимовки. Но мы так не делаем. Обязательно осенью обрезаем. Не оставляя пеньков под самый корень у земли. Собираем малину. Эти кусты тоже были сильно ослаблены по весне. Ничего, выпрямились. Ну какие хорошие грозди. Вот. Тоже прищипнула. А сейчас буду прищипывать уже осенние. Ростки крепкие, хорошие. Надо секатор. Подготовились к зиме уже. Вот примерно так.